тонкое хрустящее тесто, большое количество сладкой начинки и пряные нотки, у меня уже слюнки потекли. А у вас, если да, то вам понравится эта выпечка, немного необычная, но весьма простая. Читайте. Прочтите о том, как приготовить грушево-яблочный пирог, что в нем необычного. В наполнение добавлен свежий тимьян и чуток бренди, это и дало такой интересный вкус, в сочетании с нейтральным тестом получается вау-эффект, другие фрукты сюда не подойдут, так как необходима изначально твердая текстура. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Муку, можете использовать любую, смешайте с солью и сахаром, также добавьте холодное масло кубиками, затем влейте воду частями. 2. Замешайте тесто руками, разделите его на две части, одна должна быть побольше, уберите каждую в пищевую пленку, оставьте тесто в холодильнике на 1 час. 3. Приготовьте начинку, нашинкуйте фрукты тонкими кусочками, тимьян порвите. 4. Затем к яблокам и грушам добавьте бренди, сок, тимьян, соль, сахар и крахмал. Вкуснее тем, кто подпишется. 5. Большую часть готового теста раскатайте в пласт, выложите его в круглую форму для выпечки, внутрь уложите начинку. 6. Теперь самое сложное, из оставшегося теста сделайте полоски, и красиво разложите их на начинку сеткой, сбоку теста соедините между собой, смажьте тесто взбитым желтком, сверху можете добавить немного сахара. 7. Запекайте пирог при 190 градусах в духовке в течение 30 минут, приятного чаепития. Вкуснее тем, кто подпишется. Обещанный список ингредиентов. Мука, 300 грамм. Сахар белый, 80 грамм, 15 гр, в тесто, 65 гр, в начинку. Сливочное масло, 200 грамм. Ледяная вода, 240 миллилитров. Яблоко, 3 штуки. Груша, 3 штуки. Тимьян свежий, веточка, 2-3 штук. Лимонный сок, 1 столовая ложка. Бренди, 1 столовая ложка. Кукурузный крахмал, 1,5 столовые ложки. Яичный желток, 1 штука. Соль, 1,25 чайных ложки. 1 ч. ложка. В тесто 0,25 ч. ложки. В начинку. Количество порций 8. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Пока-пока.